Приветствую! Сегодня 10 октября 2023 года, 594-й день широкомасштабной войны России против Украины. Как видите, мой собеседник сегодня Михаил Крутихин, экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку. Михаил Иванович, я рад вас приветствовать. Добрый день! Традиційно на початку я подякую силам оборони України за те, що у мене є можливість записувати це інтерв'ю. Щиро дякую кожному. Начну я з заголовков западної преси в марті 2023-го. От такий був заголовок, меседж The Wall Street Journal. Із-за війни і введених проти Росії санкцій економіка Росії починає терпіти крах. 2023 год, октябрь, The New York Times пишет, экономика России оказалась достаточно устойчивой, несмотря на суровые санкции, что дало ей возможность сливать средства в военную машину. Михаил Иванович, а где же истину? Кто-то скажет посередине, но все-таки, что происходит сейчас с экономикой России? Крах ли или все-таки оказалась устойчивой к санкциям и может продолжать подливать топливо в двигатель войны? Ну, я думаю, что может и довольно долго еще может подливать финансовое топливо в войну сразу по нескольким причинам. Во-первых, конечно, не удалось полное эмбарго ввести на доходы, которые Россия получает от экспорта нефти и газа. Да, по газу там получилось, потому что «Газпром» сам ушел с европейского рынка. И поэтому на четверть вынужден сократить добычу газа в России. И, естественно, доходы свои. А по нефти там не совсем получилось, потому что по трубам нефть в восточном направлении в Китай как шла, так и идет. Там свои расчеты. По трубам в Европу там немного осталось. Всего в три страны – Чехия, Словакия и Венгрия. Но туда тоже немного идет. А морским путем выяснилось, что Россия научилась обходить санкции, поскольку на поверку оказалось, что санкции-то это дырявые. Так много компаний занято в нарушении санкций, что все их не поймать, не уличить, не наказать. И когда мы смотрим на список тех, кто попадает под санкции, то возникает вопрос, а где же все эти администраторы в Соединенных Штатах, в Европе, которые должны вот этим заниматься, этими санкциями? Поэтому Россия по-прежнему получает деньги за экспорт своей нефти морем и получает неплохо, потому что цены на нефть поднялись, и Россия имеет возможность продавать свою нефть дороже, чем полагается вроде бы по потолку санкций. Да, сейчас из Соединенных Штатов послышались призывы к тому, чтобы ввести дополнительные меры, ну и навязать этот потолок тем, кто покупает российскую нефть. Но пока это вот от призывов до реальных шагов здесь очень-очень-очень далеко. И затем российской экономике очень сильно помогает девальвация российского рубля. Угу. Потому что если бы считать в прежних рублях как доходы бюджета, там получалось бы, ну все, конец, вот больше денег нет, ничего сделать не можем. А тут выясняется, что дешевый рубль, напечатанный фактически рубль, он позволяет сводить концы с концами, да еще и приплачивать каким-то контрактникам, добровольцам и тем, кого отправляют на фронт, дополнительные деньги, гораздо больше, чем они зарабатывали на гражданке. И то есть вот туда вливаются деньги, в том числе и обесцененными рублями. Если на все это посмотреть, да еще и помножить на ситуацию, когда российское население, в принципе, ну, если что-то, кто-то терял от санкций, то это какая-то вот прослойка более или менее зажиточная, интеллигентная в городах. А вот если отъехать от России, от Москвы километров на 100, то станет понятно, что и прежде-то они особо в Куршавели не ездили и что-то дорогое не покупали. И сейчас, когда, ну да, действительно, все стало дороже, от лекарств до продовольствия, но вот эта подушка безопасности для режима, которая заключается в очень низком уровне потребления большинства российского населения, она до сих пор работает. И работает, в общем, неплохо. Это и наводнение экономики рублями, которые сильно обесценились. Это вот эта подушка психологической безопасности,
Ну, это и дополнительные доходы от нефти, которые не усохли так, как ожидалось. Про курс рубля тогда чуть подробнее попрошу вас рассказать. Напомню нашим зрителям, что в 2013 году перед аннексией Крыма и вторжением России на Донбасс курс рубля по отношению к доллару был 31-32. Уже в 2014 году было 38, это средняя по году показатель. В 2015 уже 60, сейчас больше 100. Ну вот вы сказали, да, что это позволяет, большая рублевая масса позволяет наполнить бюджеты и, значит, все эти выплаты обеспечить, но цены-то ползут вверх, качество жизни-то ухудшается. Неужели россияне этого не замечают? Ну, замечают, еще как замечают, потому что качество жизни ухудшается не только из-за дороговизны, из-за бытовой инфляции. Потому что инфляцию, когда считают, туда считают и стоимость танка, стоимость шагающего экскаватора и много чего еще. А вот когда человек идет в магазин или в аптеку и смотрит, что там такое за цены появились, это бытовая инфляция, она очень заметна. И хуже стало со снабжением, есть перебои. И перебои не только с лекарствами, очень остро нужными, перебои с топливом, перебои с некоторыми видами бытовых товаров. То есть это все, конечно, замечается. И тем более мы видим, что когда дешевый рубль, импорт очень сильно зависит от того, в чем там платят за зарубежные товары, вот, которые закупают за границей. Конечно, они становятся дороже, а затем в рублях приходится накачивать вот эту новую цену. Да, это очень сильно чувствуется, но опять говорю, что вот по ощущениям психологический барьер, когда люди будут выходить на улицы с протестами, он еще не пройден. А он как-то коррелируется с курсом? Ну, то есть будет курс не 100, а 200, вот тогда люди выйдут. Нет, а тут математически невозможно ничего предсказать. И потом я не думаю, что в такой гигантской стране, как Россия, все сразу возьмут и вот так провинции поднимутся и скажут, вот все, больше уже терпеть не можем, начинается что-то такое. Вы посмотрите, у власти был когда-то опыт, когда решили не подавлять силой народное недовольство в Хабаровске, если помните. Там, в общем-то, из-за мэра, из-за... Народ вышел на улицы, очень серьезные были выступления, ну, практически антиправительственные выступления. И решили попробовать, а если ничего не делать, вот не посылать туда росгвардейцев из других регионов, чтобы силы огнеметами и дубинками там заставлять их усмириться. И ничего, все затихло. То есть, когда поняли, что вот на серьезный протест, выход на улицы, население не готово, тогда решили, что можно еще больше надавить, можно еще больше ободрать, можно вот цену на тот же самый бензин повысить, бог знает насколько. Это же все правительство делает, потому что в цене бензина, вот по признанию думского руководителя энергетического комитета Павла Завального, там 85% налоги. Вот за бензин это вот правительство обдирает население, а не нефтяные компании какие-то. Поэтому могут еще ободрать. Про топливо вы сказали, что не везде есть, не во всех регионах была проблема с этим. По состоянию на сейчас, насколько критична ситуация? Ну, мы видим сообщения из разных регионов, например, из Новосибирска. Там закрывается часть АЗС, там постоянно ощущается нехватка топлива. В южных регионах России немножко сгладили ситуацию, но все равно в разгар уборочной кампании топлива все равно уже не хватает. И я думаю, не хватает его не только военным, но еще и сельскохозяйственным производителям и населению. Потому что, ну, кто будет, если владелец сети бензоколонок, он должен покупать на бирже топливо где-то по 75 рублей за килограмм бензина 95-го, а продавать его по 55, по 60, то будет ли он продолжать такой бизнес? То либо он бросит это все дело и перестанет работать. А нефтяные компании посмотрят, насколько невыгодно им работать на внутреннем рынке, и начнут все это гнать за границу всеми правдами и неправдами. Вот сейчас попытались что-то снова ввести, ну, не отменять, как планировали, а снова ввести компенсацию нефтяным компаниям, так называемый демпферный механизм.
Но насколько это восстановит нормальный топливный рынок в России, пока никто сказать не может. Он еще не восстановился. Следующий информационный блок, короткий. Треть расходов России в следующем году, примерно 109 миллиардов долларов, будет направлена на национальную оборону. Насколько себе российский бюджет может позволить вот такие роскошества для вот трети бюджета, чтобы направить их на войну против Украины? И вот это не вызовет каких-то движений и настроений в российском обществе, что, значит, на то, чтобы лечить россиян, заложено в 10 раз меньше, чем на то, чтобы убивать украинцев? А это не только треть. Если прибавить сюда расходы на карателей, на так называемое право, смешное слово в России, это правоохранительные органы какие-то, то это будет больше 40% государственного бюджета, федерального бюджета идет вот на этих людей то ли с дубинками, то ли с оружием в руках, то ли и на войну, и еще вот на карателей. Поэтому, ну да, это абсолютно извращенный бюджет. Мы видим, что, ну вот, я читаю сообщения с мест о том, как закрываются поликлиники, оптимизированные, как не хватает врачей, не хватает других специалистов, как в школах творится бог знает что с точки зрения и качества образования, и количества учителей, пригодных для того, чтобы... Ну, идет все в тар-тарары, то есть где-то вот то, что нужно расходовать на благо людей, на развитие людей, на сохранение здоровья людей. Вот это все сокращается. Сколько это будет продолжаться? Ну да, вот нашли какую-то гибкость власти. Они пока рассчитывают на то, что российское население, одурманенное телевизором, оно еще долго-долго будет заменять расходы на семью, на благосостояние свое патриотическими лозунгами. Патриотическими, в кавычках, разумеется. Но вот пока это все продолжается и становится все хуже и хуже. Про цены на энергоресурсы хочу поговорить. Израиль распорядился закрыть крупное газовое месторождение, которым управляет корпорация «Шеврон» в Восточном Средиземноморье, ссылаясь на соображения безопасности. Это вызвало рост цен в Европе. Хотя, говорят, не только это, там, но и утечка также повлияла на это. Что с ценами на газ, Михайлович? Нет, с ценами на газ мы сейчас смотрим по двум точкам. Где, сколько стоит газ в Азии и сколько стоит газ в Европе. Вот сейчас в Азии несколько дороже. И сжиженный природный газ торговцы отправляют больше в Азию. Там тоже спрос сейчас не очень велик, потому что не начался еще отопительный сезон, в общем-то. Но настроения на рынке такие. Нужно Европе будет поднатужиться, несколько повысить цены, чтобы переманивать этот газ у азиатов. Закрытие одного месторождения, временное закрытие месторождения у берегов Израиля, оно здесь, в общем-то, ничего не дает. Тем более, что этот газ в Европу-то не особо шел. Он на внутреннее потребление шел. И часть его отправляли в Египет. Египет потребляет довольно много израильского газа. Туда вдоль берегов того самого сектора газа идет морской газопровод, который в Египет отправляет израильский газ. Вот сейчас он перекрыт. И, судя по всему, на Египет это скажется только одним – то есть Египет временно приостановит или сократит экспорт сжиженного природного газа. Но это такие объемы, которые на мировой баланс никак не влияют. И если посмотреть на поставщиков газа, на потребителей газа, сжиженного и несжиженного, то становится понятным, что и Азия, и Европа зиму пройдут без большого напряжения. То есть никакого дефицита нет и не ожидается. И газа вполне достаточно, даже после того, как «Газпром» ушел с европейского рынка. Что с газом в Украине? Насколько сложно будет перейти эту зиму? Ну, я думаю, что часть газа все-таки удалось накопить в подземных хранилищах.
часть газа туда поступила на, ну, на комиссионной основе от европейских трейдеров, которые закачали туда свой газ тоже на случай, поскольку хранилища имеют огромную мощность, это самые большие в Европе подземные хранилища, и их с удовольствием используют западные трейдеры, чтобы там держать свой газ на случай зимы. С точки зрения снабжения газом Украины, я не думаю, ну, российский газ уже очень давно не покупают. Он проходит транзитом вот по одному только маршруту сейчас, по одному входу на украинскую территорию и проходит. Но я предполагаю, что это тоже может скоро кончиться, потому что вот уже несколько дней как «Газпром» сократил поставки газа транзитом через Украину. А с украинским газовым балансом, я думаю, сейчас нету таких сигналов, чтобы было уж очень неблагополучно. Во-первых, есть возможность покупать его в Европе. И да, судя по последним данным, вот прошло даже ну, где-то пара месяцев, когда Украина покрывала свои потребности в газе из собственных источников. То есть не надо забывать, что на Украине добывают газ, добывают вполне успешно. Причем я не раз беседовал с иностранными компаниями, которые работают или хотят работать с украинскими газодобывающими компаниями. Они говорят, вы знаете, если внедрить дополнительно какие-то технологии по интенсификации добычи газа вот, украинского, то не только внутренние потребности страна покроет, но она еще и станет экспортером газа в Европе. Поэтому здесь я оптимистично настроен и даже в плане нынешнего года. Потом вы посмотрите, есть такие возможности. Вот сейчас вот Молдова собирается этой возможностью пользоваться. Она хочет полностью отказаться от газпромовского газа, поскольку к ее границам там уже подвели, технически испытали прокачку газа вот до границы Молдовы и даже переход через границу из Каспийского региона. То есть это азербайджанский газ через Турцию, через Болгарию, Румынию подходит. А там рядом вход на украинскую территорию. И в принципе, вот там тоже уже все проверено, если очень сильно понадобится, то можно покупать газ либо у Греции, через Болгарию он может поступать. Там уже перемычка построена, она хорошо работает. Либо из Турции, либо из Азербайджана через весь этот маршрут. Тоже часть газа можно покупать оттуда, не только у европейских трейдеров. Так что на газовом рынке там кризисов нет, даже для потребителей Украины. Нефть, что скажете по стоимости и в целом ситуации на рынке? А там больше слухов, чем на самом деле каких-то вот какой-то серьезной реакции. Но вы посмотрите, начались зверские погромы на территории Израиля, вот террористы напали. И цена нефти вот в тот день, она очень сильно взлетела. Но взлетела она, ну, где-то процента на 4, а если учесть, что она перед этим падала где-то на 10, чуть ли не до 15% несколько дней подряд, то вот этот отскок вверх, он не сильно повлиял на состояние рынка. Мы смотрим, а вот последнее сообщение с рынка, мы смотрим на цену декабрьских фьючерсов, они не растут, они наоборот стали сокращаться. Вот тот взлет цены, который произошел из-за событий вокруг сектора газа, ну как-то вот рынок это все поглотил и дальше не стал никуда двигаться. Что Китай и Индия, насколько сейчас они большие покупатели нефти? Ну, Индия, она объявила еще 1 сентября, что она собирается диверсифицировать снова те страны, откуда она получает нефть, и стала несколько сокращать закупки. Но по сентябрьским данным там примерно осталось все по-прежнему, даже есть небольшое увеличение закупок из России. А Китай, ну, за небольшим таким увеличением, он вернулся на те показатели, которые были до войны. То есть сначала, когда ввели потолок
на цену российской нефти. Китайцы очень охотно покупали нефть морем, очень мало платили за нее, потом перегружали ее там в свои большие танкеры, гнали в Китай. А сейчас от этих схем практически им удалось отказаться. Да, они по-прежнему покупают нефть в России, но главный объем идет по тем самым нефтепроводам, которые и раньше туда, в Китай, шли. Это Восточный Сибирь, Тихий океан и через Казахстан немножко. Там покупают. Но, в принципе, вот Китай тоже может обойтись без российской нефти, но он это не делает, потому что здесь он, во-первых, получает ее гораздо дешевле. Там есть сделки у китайцев с Роснефтью, которая эту нефть поставляет. Часть нефти вообще идет в погашение старых кредитов, которые выделены были Роснефти. Поэтому, ну, с Китаем все останется как прежде. А вот с Индией я не исключаю, что будет новое какое-то дополнительное давление со стороны Запада. И экспорт российской нефти морем в Индию, на мой взгляд, он должен вот как-то уже начать сокращаться со следующего месяца. В 2024 году, на ваш взгляд, мир может ограничить потребление российских энергоресурсов, причем ограничить их существенно, и вот эти серые схемы, по крайней мере, если не уничтожить, то ну, сделать их минимальными? Я думаю, что можно ограничить. А полностью отказаться от российской нефти ну, никто не собирается. От российского газа вот «Газпром» ушел. Замены этому покупателям европейским для российского газа нет никаких. Когда Россия начинает, вот российские руководители рассуждать о том, что они больше газа в Европу будут отправлять через какой-то мифический турецкий хаб, это пустая болтовня какая-то. Вот, ну нет там места для российского газа, чтобы оттуда с юга еще. Потом, зачем убирать газ на севере Европы для того, чтобы ну, пытаться увеличить его поставки с юга? Это вообще никакой логики тут нет. Там по политическим причинам, здесь якобы по политическим причинам. Но логику в решениях российского руководства я уже давно не ищу. Там нет никакой логики, там есть нервная какая-то реакция. А так, я думаю, что и без российской нефти мир научится обходиться. Ну, тут много есть причин. Во-первых, добыча российской нефти, судя по всему, все-таки будет сокращаться. Мы видим, что Россия, ну, я гляжу на нефтедобывающие регионы, оттуда мне говорят, что вот все досасываем последнее. Уже целые довольно крупные компании в России, ну вот Варьоган нефтегаз, такая нефтяная компания есть, она, ну когда-то там было несколько тысяч человек работало, сейчас 47 человек работает, нефть они перестали добывать, они все опустошили, вот дососали все, что можно было. И это только один случай в Западной Сибири, а там дальше. Ну вот мир понимает, и поэтому та же самая Саудовская Аравия, ее партнеры по Персидскому заливу, они сейчас копят, ну не нефть копят в каких-то хранилищах, они увеличивают добычной потенциал. То есть вот сколько нефти они могут еще дополнительно добыть и выбросить на рынок, чтобы у них было где-то, ну, люфт такой, чтобы можно было играть этими объемами на тот случай, если исчезнет Россия с экономической карты, с нефтяной экономической карты. И тогда вот это, ну, уйдет Россия, смогут ее заменить другие нефтедобывающие государства. Ну, Соединенные Штаты Америки, та же Саудовская Аравия с партнерами. Ну, постепенно, я думаю, к этому дело и придет. Михаил Иванович, и в финале уже нашего разговора так, информационный блок вот такой. В Стокгольме объявили обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году. В 2023 награду присудили Клаудии Голдин из США за исследование роли женщин на рынке труда. Михаил Иванович, в 2023 году еще актуален вопрос разницы оплаты труда женщин и мужчин, разницы трудоустройства женщин и мужчин. Мы видим такое огромное количество успешных, хорошо зарабатывающих женщин. Или это верхушка айсберга, и ситуация в целом на рынке не изменилась за последние десятилетия, и мужчины все равно получают и зарабатывают больше?
Ну, вот я по нефтегазовой отрасли могу сказать, то в большинстве западноевропейских государств там очень сильная тенденция к тому, чтобы все сравнять. Да, все это выходит на прежний уровень. Никакой дискриминации женщин я не вижу. Все больше женщин. Вот в Норвегии, где я живу, в соседних странах, там их все больше, больше и больше. И в отрасли, в менеджменте. Ну, естественно, на нефтедобывающих платформах, где требуется очень грубый и напряженный труд, физический труд людей, там их не так много. Но в менеджменте это огромные успехи, и я вижу не просто вот менеджеров хороших. Я вижу замечательных женщин, которые стали аналитиками нефтегазового сектора мирового класса. Вот Татьяна Алексеевна Митрова, например, сразу я вам по фамилии скажу. Замечательный специалист, она и по науке, и по аналитике нефтегазовой. Я думаю, на одном из первых мест, если не на первом месте, в выходцах из Российской Федерации. Дорогие зрители, я попрошу вас в комментариях писать, где вы нас смотрите. Вот, значит, я в Украине, в Киеве, Михаил Иванович, в Норвегии. Напишите, где вы сейчас находитесь, где вы проживаете, постоянно вы там или временно. И желательно, чтобы комментарий был больше 7 слов. Так любит YouTube, так алгоритмы устроены. Не забудьте нажать кнопку «Лайк» нравится под этим эфиром, чтобы YouTube рекомендовал к просмотру другим пользователям тоже. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить всех, кто доверяет, смотрит и проводит время с нами. Михаил Иванович, благодарю вас. Спасибо большое. До встречи. Вам спасибо за то, что пригласили. Всего доброго. Благодарю. До свидания.